Многие люди думают, что на Камчатке жизни нет, что на полуострове сплошные ветер, лед и снег, что кругом здесь лоси и всякие олени, а между ними белые медведи и тюлени, что в нашем рационе только рыбные пельмени, что здесь наука движется в обратном направлении, что дурь здесь заряжает зеленью и ждут неделями. Короче, за слова могу ответить, это же... Стоит на Камчатке, пьют водку, меняют машины, как перчатки. Из булочных плюшки не воруют, уровень не тот. А бабки делают на всем, на чем прет. А прет, конечно, вот, но это чисто мнение. Найдутся и любители другого настроения. Штакет реальный, дурбал и вдолбить единорог, чтобы потом молчать о том, как она плющит сильно. Брось, но это тоже ничего, базара нет. Курил бы я, щоб колотили с полкило ракету. Только вот по шпане я как-то передал культуре. Думал копыта кину нахрен, чуть не сдох на туре. Понял, Гарифан, ага, я того же мнения. Давай берем подарок и пузырить он на день рождения. Загасимся по-черному мы как обычно. У нас сдуваться с полулитра просто неприлично. Реки, горы, море, пусть холодное, свое родное. Очень большое, два. А в бухте народ весной плавает наспор. Вода плюс три, искупается наскор. Сдается мне, что дело здесь в волшебных пузырях. Зальешь пузырь, он так волшебно плещется внутря. И сразу по балде мороз и море по колено. И вообще ты забываешь напрочь о своих проблемах. Так что пейте воду. Хотя о вкусах не спорят, деньгами не ссорят, о прошлом не говорят плохо. Как говорит Гарифан Леха, водоньку быстренько наливай. Давай за них, за нас, за нефть, за уголь и за газ. Кто не с нами, тот против нас, это ясно. И не надо мне тереть здесь про моменты, героины, колеса, да и другие элементы. Братва реально стоит на Камчатке. Пьют водку, меняют машины, как перчатки. Из булочных плюшки не воруют, уровень не тот. А бабки делают на всем, на чем прет. Кто-то хрюкал под бурь, типа на севере неделями ее мы мутим, заряжаем зеленью, да ничего подобного, навалом ее как везде, правда под ногами не растет, надо денег, но это не проблема здесь, нарыть их можно, купи чего, продай кому, но осторожно, поделено здесь все давно на ровные квадраты, не туда залезешь, не быть тебе богатым, вообще тебе не быть тогда. Но это лирика. Короче, дурбалу везут мешками нам с материка. Так что понтов не надо, да и было б чем гордиться. По части веселиться не валялись рядом юга. Гасимся жестоко для Дальнего Востока. Пол-литра на одно лицо, это начало тока. Потом идет еще немного, еще чуть-чуть. Потом желание возникает где-то отдохнуть. Ну, в клубах молодые гасятся. Мы ж не пойдем в кино, нам остаются только бани, рестораны, казино. Короче, едем везде, если заказ реальный. Полет на Мали, денег не жалко, все равно. Я тут в магазине рядом, заехал за снарядом. Че, какие планы там у нас? Сегодня всем отрядом. Это бы было вообще зашибись. Ты выбирай, давай не торопись. Пусть дорогая, но чтобы нормальная, чтоб как вчера была водка реальная. Стоит на Камчатке, пьют водку, меняют машины, как перчатки. Из булочных плюшки не воруют, уровень не тот. А бабки делают на всем, на чем прет.